Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру! И вот хотя бы в чем-то Интерпол проявил силу духа. Представитель Интерпола в Беларуси, в Республике Беларусь, Медведев подтвердил, что Интерпол как организация не допустит использования своих каналов для того, чтобы сводить политические счеты. И официально белорусские власти отказали в розыске Светланы Тихановской по линии Интерпола. Считают, что это маленькая победа своего рода на поле боя. И пожелал бы Светлане Тихановской много лета и здоровья, и сил, и терпения для того, чтобы нести тот крест, который выпал на ее жизненном пути. Светлана, мы с тобой, держись. Пусть все будет хорошо, сил тебе. И ты лидер всех демократических сил в Беларуси. Светлана, держись.